Герой Советского Союза, гвардии старшина Петр Максимович Дегтев. Петр Максимович Дегтев родился 19 декабря 1918 года. В Красной армии служил 38-40-е года. В действующей армии находился с марта 42 года. Наводчик орудия 178-го гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской дивизии, это 3-й украинский фронт, которая одна из первых ворвалась в Берлин. Бойцы сходу форсировали Шпрею, так даже, что сами не верили, как им это удалось. Берега высокие, каменистые, вода в реке буквально кипела фонтанами от снарядов и пуль. Движение дивизии располагалось лучами к имперской канцелярии, Бранденбургским воротам и в обратную сторону к берлинской ратуше. Штурмовые группы через подземные каналы, тоннели метро прорывались вперед, били прямой наводкой по врагу, останавливали пантеры, сворачивали башни тиграм, разносили в клочья фаустников. В боях за Берлин Петр Дегтев был ранен, но, подлечившись, пришел расписаться на стене Рейхстага. Имел на это полное право. Свой подвиг Петр Дегтев совершил в 1943 году, 26 ноября, в составе штурмовой группы гвардии сержант Дегтев под огнем противника переправился с расчетом на правый берег Днепра в районе села Разумовка. Прямой наводкой уничтожил дзот, пулемет и противотанковое ружье противника, отражая одну контратаку за другой, орудийный расчет и два русских солдата, Дегтев и Шили. Около 4 часов сдерживали натиск врага, и тот вынужден был повернуть назад, оставив на поле 6 танков и более 100 человек убитыми и ранеными. Когда противник предпринял против окопавшихся на плацдарме советских подразделений контратаку 3 танками и 2 батальонами пехоты, Дегтев подбил один из танков, заставив повернуть назад все остальные. Действия Дегтева способствовали удержанию плацдарма до подхода основных сил. За этот бой у Разумовки звезду Героя Советского Союза и орден Ленина Петру Дегтеву и отличившему в том же бою разведчику Афанасию Шилину вручал лично всесоюзный староста Михаил Калинин. Официально это звучало так. Указом Президиума Верховного Совета от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками гвардии сержант Петр Дегтев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 3415. После окончания войны Петр Максимович проживал в станице Михайловской. Последние годы провел в городе Курганинске. На его доме сегодня установлена мемориальная доска. Помнить, гордиться и чтить.